Алло. Алло, ты меня слышишь? Я слышу. Это Юль Скрипаль. Ой, Юлька, ты, господи, я слышать по голосу, что это ты, я понять не могу. Это тебе дали телефон, да? А, да, да, да. Ой, слава богу, господи, Юляш, у тебя все нормально у тебя? Нормально, все хорошо. Смотри, если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу. Но, телевизор никто не даст, Лик. Ну и, в общем, это я тоже так думаю. Все, ладно. Вот, скорее всего. Ну, нет, да, тут это. Если дадут, то это мне надо, чтобы ты сказала, что могу я тебя видеть или нет, сказала слово «да». Ну, я думаю, нет, тут сейчас ситуация вот такая. Все, я знаю. Я все знаю. Потом, лучше. Беремся, давай потом уже. Все хорошо, короче, там уже будет видно, там да. Подальше. У тебя это твой телефон. Ну, это временный, знаешь, такой. То есть, ну, понятно, так, все. Просто... Все хорошо. То есть, все нормально, а там будет видно, по ходу, решим. Просто тут ситуация сама знаешь, какая. Все хорошо, короче. Все, ладно. Все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы. Вот, ясно. Все. У папы все нормально? Все нормально, сейчас отдыхает, спит. Все здоровье нормально, никого непоправимых вещей нету. Все, я скоро выписываюсь, все окей. Ну все, давай, целую, все, давай, зайчик, все. Давай, все, пока. Все. Угу.